200 представителей молодежных субкультур собрались в эти выходные в Северодвинске. Там в седьмой раз прошел фестиваль Street Life. Соревновались не только хип-хоперы и роллеры, подключились и художники граффити. Материал наших коллег из Северодвинска. Этот ЛиАЗ далеко не новое приобретение северодвинских перевозчиков, однако в скором времени он сможет привлекать больше внимания, чем новенькие МАЗы. Его полностью раскрасят граффити. Представителям молодежных субкультур транспорт пожертвовал один из перевозчиков. Работы предстоит на неделю. На кузове появятся два тигра, панда и сова. Сегодня мне его выделили только на 4 часа. То есть я весь его не смогу сегодня сделать. Доделаю попозже. Сегодня сделаю только одного тигра, а остальное сделаю позже и будет ездить в городе. Куда-куда-то полетел. Он хотел на забор. Слушай, а судьи просят, давайте еще, потому что это зрелищно. Это еще одна из площадок фестиваля «Скейт-парк». Соревнуются роллеры «Агрессив», скейтеры и «Б-миксеры». К сожалению, у Ивана не увенчалась успехом и вторая попытка. Из 7 прошедших фестивалей «Street Life» он участвовал в 4. Что должно в идеале было получиться? Ну, гринд, скольжение по этой периле. Вот, но... К сожалению, не вышло. Устал. Катался уже вторую попытку. Ноги устали, не смог выпрыгнуть высоко. Поэтому не попал. Мы проводили первый фестиваль за Дюцем. Второй, третий тоже там. Потом уже начали уже использовать другие площадки города. И последние 3 фестиваля, включая этот, мы остановились на Беломорце, так как здесь есть скейт-парк, здесь много разных площадок. 7-й по счету фестиваль Street Life посетили более 1000 зрителей, участников зарегистрировали почти 200. Не все из Северодвинска. Тимофей с тренером приехал из Архангельска. В 3 брейк-баттлах среди начинающих судьи его признали лучше. Лишь в последнем он уступил северодвинцу. Соревновалась молодежь в игре в баскетбол. На фестивале определили 60 победителей, 20 человек получили дипломы за первые места, 20 за вторые и столько же за третьи. На танцплощадке среди юниоров победила Таня в хип-хоп, банане, все северодвинцы. Среди профессионалов NWB из Архангельска на стритбольной площадке 2-й год подряд побеждает Тима. В экстрим-парке в номинации BMX не было равных Александру Куликову, он же исполнил лучший трюк. Первый среди скейтеров Архангелогородец Максим Осипов, в роликах лучший Егор Таланин, самокатов Влад Сидоровский, оба северодвинцы. Анна Бибикова, Владимир Богомолов, новости РЕН, Северодвинск.